Уроки мужества в Самарской школе номер 3 начались с вопроса, что такое патриотизм. Беседы с подростками провели члены Совета ветеранов внутренних дел и внутренних войск Самарской области. Стараемся им довести те факты истории нашего государства, мужество людей при этих событиях, которые показывают, что Россия – это та страна, которая никогда не сдавалась и сдаваться не будет. И основное – это вселить уверенность в нашу молодежь в то, что будущее, так сказать, нашей страны во многом зависит от них, о том, какими путями они туда придут, с какими знаниями они туда придут, и что мы тоже надеемся на них. Сейчас происходит очень много событий в нашей стране и в мире в целом, и порой, значит, мы слышим разную трактовку этих событий. Для того, чтобы детей сориентировать в том, что сейчас происходит, вот мы для этого сюда пришли. Перед тем, как сесть за парты, старшеклассники провели для гостей экскурсию по школьным музеям и рассказали о герое Советского Союза, летчике Вадиме Фадееве, чье имя носит третья школа. Я бы, наверное, даже не спросить хотел. Я хотел бы их поблагодарить за их работу, которую они проделывают, за весь тот багаж, который они передают нашему поколению. Для меня важны данные встречи тем, то, что можно пообщаться поближе с каждым представителем силовых структур, подробнее узнать о проделанной работе в нашем регионе, о том, какие меры предпринимаются для нашей безопасности. В других классах школы уроки безопасности сегодня провели сотрудники пожарной охраны и госавтоинспекции. Подобные встречи состоятся и в других учебных заведениях Самары. Они проходят в рамках проекта «Безопасность шаг за шагом». Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.